открываются. Следующая остановка – Дом культуры имени Зуева. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. В середине вагона находятся ступеньки. Держитесь за поручни. Имени Зуева. По требованию. Осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка – Милосское депо. Ничего полярно, сидим. Потому что дай сенда сразу на темп папа по телефону начать. Миусское депо. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Лесная улица. Выход к метро Менделеевская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Лесная улица. Выход к метро Менделеевская. Осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Бориха. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
улица Фариха. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть.